Ну вот скажите мне, пожалуйста, какие у вас впечатления от премьерного перформанса «Чемодан»? Сегодня первый раз он был представлен. Замечательно. Очень понравилось, очень. И я впервые была на перформансе и смотрела, как можно сделать поэзию вот такой, в таком виде ее представить. Это такие глубокие, проникновенные, тонкие стихи. Сами по себе они прекрасны, еще в таком замечательном исполнении, в сочетании со светом, с музыкой. Они воспринимаются как единое целое, как единая человеческая жизнь. Так что огромное спасибо. А вы были раньше на моих перформансах? Нет, я была... Первый раз, да? Я была... То есть вы не видели стихи в темноте? Да, не видела. То есть я была в манеже, я была в книжной лавке писателей, а вот так вот, чтобы это был перформанс, это первый раз в жизни, очень интересно. А что вы сейчас чувствуете? Радость и энергию, огромную-огромную энергию. Радость и энергию. Да, энергию от того, что ты соприкасаешься вот с человеческой душой. И это прекрасно. Спасибо большое.